Всем привет! У нас сегодня суббота, доброе утро. У нас светит солнышко, но морозно. Мы красим наш сапожок, повезем сейчас его в магазин. Мальчика так старательно красит, да, сынулька? У нас тут мультики в... Вот какой у нас красивый. Да, я покажу. Вот какой у нас красивый получился сапожок шикарный. Теперь повезем мы его, да, сынулечка? Всем привет! Мы закупились сегодня не в магазине Lidl, а в магазине Netto. Покажем вам, что мы купили. Мяско было в ангиботе. У нас очень тепло. Ну, может быть, плюс 7-8. Но ветрено. Да, зайчонок? А ты знаешь, он тоже был в депо. Угу. Теперь повезем Андрюшин сапожок сдавать, да, Андрюш? Да. Мы приехали в Рейве. Даже был пустой вот такой парк-плац для детей с маленькими, для родителей с маленькими детьми. Идем, да? Да. Андрюш тут с часиками для парковки играет, занят. Да, золотой? Вот сколько деток здесь уже наставили, да? А, сынок? Свечи очень вкусно. Вот эти вот пахнут ароматически. И лампа. Уселся вот на такой вагон для деточек, да, сынок? Уже ноги длинные. Сидит, балуется. Русская полка. Ну, что-то бедновато. Когор. Тушенка, сгущенка. Приправы польские, салат и гречка стоит очень дорого, аж 3,49. Шампанское 12 евро стоит бутылка. Закупились мы, отдали сапожек. Да, теперь поедем, нам еще нужно в Lidl. В общем, весь день по магазинам, да, сынок? Я купила мясо, свиную шею. Нетуменскира был ангибот по 4,79, свиная шея без костей, два больших куска, почти 5 килограмм. Теперь мы его помыли, вот такой один большой кусочек, и второй кусочек я два кусочка отделила, потом помыла, обсушила, положу в морозилку, заморожу два кусочка, будем доставать так, как на одну порцию, на один раз, на два раза. На соли, на крупные соли. Значит, соль в русском магазине купить. Будем на соли жарить. Очень вкусно. Моя мама из детства, помнит, рецепт всегда делала. И один кусочек мякоти отделила. И этот муж будет делать шашлык. Возьмем моих родителей электрическую шашлычницу. Вам покажу. Вот наша вкуснятина, какую нам папа замариновал. Аж запах на всю, на весь дом у нас. Теперь нанизываем. Такая родители электрогрельница. По-моему, она стоила 50 евро. Если кому-то интересно, я спрошу, где родители покупали, и напишу потом. Приветики. Мы едем кошку смотреть. Мы едем кошку смотреть. Чью мы кошку едем смотреть? Викину. Викулину мы едем котенка смотреть, да? Привет, кисунчик. Вот какой у Викочки красивый котичек. И Кусю уже Кратцбаум купила уже все. Это, ну, не Кратцбаум, как это? Кдох Кратцбаум. Кратцбаум, я пишу на фото. Он тоже Катцинграсс. Ну, все дела. Ты уже посадила ему Катцинграсс. Вика тут все ему. Мисочки. Травку уже ему прорастила кошачью. Все дела. Красивый сынок. Да? Хороший такой. Погладь кисочку. Ой, хороший. Пушистый он, да? Пушистый. Малыш. Малыш, он только у Викули первый день, один день пробыл, красавчик. Ох, Викуся, ему гарнелин тут сделала, и курочку. Ой, ты хороший.
Вика его тут балует. Сколько ему, Вика? 6 недель, 8 недель? Больше. 13 недель. Красивый такой. Это британский котик, у него такая красивая краска. Если потом он выйдет, мы его снимем. Маленький он спал. Да, малыш? Хороший. Привет. У него краска красивая. С ума сойти. Ой, какой. Что-то от люстры все желтым моргает. Да? Ой, красивый. Как ты его назвала? Пиджей. Пиджей? Еще какой пиджей? Крутой это пиджей, да? Ну как же его по-другому звать? Еще Пушок. Пушок? Да, Вика с Андрюшей назвали. Да, вы с Викой назвали? Ой, хороший он. Нравится? Будем всегда к нему в гости выходить, к Викуле, да? Хочу взять. Хочет. Да. Ой, хороший. Сейчас. Ой, какое пузико у него красивое. Ляжь так назад, капельку. Нет, вот так, чтобы он тут Вика, у него Вика, его мама. Смотри, как он к Вике прислонился. Да, вот так. Ой, хорошенький. Андрюша возьмет его первый раз, да, сынок? Будет держать его. Тяни к себе вот так. Вот так, да. Хороший, он спит, что ли, маленький. Вчера Вика его привезла, а он... Не бойся, не бойся. Ой, ти боже. Он был расстроенный, такой маленький. Ну, посади как надо. Вот так он спит, да, Андрюш? Вот так вот, не бойся. Ой, хорошенький ты. Сольничка такой. Баюшки хочет, да, Андрюш? Она хочет баюшки. Куль на люстра в подвешенном состоянии. Или в привешенном. Кульна елочка. Она себе новую купила в Поко. И нарядила уже. Хочу вам кое-что показать. Я сама никогда такое не видела. Это... От котенка паспорт. Импасс для прививок. Вот написано. Импасс фил катс. Тоже такое никогда не видела. Вот его день рождения. И порода. Британский короткошерстный. Серебряный. Мальчик. Сюда нужно фотографию клеить. И здесь вот его прививочки все. Прививочки. И следующий термин вот с 14 по 21 декабря. Еще нужно одну прививку сделать. Как прививка называется? Вика, иммунизирунка или? И все, тогда все прививки у него полностью будут готовы. Все, у нас еще год опять повторять нужно, да? Окей. Дрюш, нравится? Моркает, моркает. Такой счастливый. Сынуль, нравится? А, сынуль? Сынуль не дышит сам, да? Довольный. Бибик у меня на руках лежит, спит. Посмотри, что он будет делать. Смотри, Андрюш, как он сейчас домик будет залазить. Ты хочешь пойти посмотреть? Андрюш, не трогай. Вот иди, его снимай, Андрюш. Мебель. Кися. А, смотри, как играется. Я супер. Смотри, как он когти точит себя. Беситься, да, ну не сильно, но бесись. Вот это, да. А я вот это, да, как сверчу. Любишь?
Все, ребята, играете, да, Андрюш? Видишь, котятка.